22.05.29.06.2018 обновлено 18.06.29 июня 2018 года 44738 Москва 29 июнь РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о должностных лицах президента РФ, назначив референтов главы государства. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Назначить старшими референтами президента РФ Мишустину Ларису Павловну, Шабанова Ярослава Васильевича. Назначить референтами президента РФ Мельникову Наталью Михайловну, Трубинову Татьяну Сергеевну, Хуторскую Екатерину Юрьевну, говорится в указе.